С 11 до 13 часов для работников брестского предприятия «Белпочта», как правило, время не столь оживленное. Большая часть клиентов для выполнения необходимых манипуляций собираются с утра в обеденное и вечернее время. Но только не в день проведения необычной акции, приуроченной к 30-летию выпуска первой почтовой марки Беларуси. Инициативные брестчане решили воспользоваться бесплатной возможностью приятно порадовать близких, отправив им открытку бесплатно. Вот решила поучаствовать в акции, очень интересная. Узнала о ней случайно из интернета вообще. Мы сейчас достаточно редко отправляем вот так вот почтовые карточки. Вот, я отправила своей бабушке. Думаю, ей будет очень приятно. На протяжении столетий письменная корреспонденция остается актуальной, как актуальными остаются давно знакомые нам картинки марки. История белорусской филателии началась 20 марта 1992 года. Именно тогда в обиход была выпущена первая современная белорусская марка с изображением креста Ефросинии Полоцкой. Сегодня же в большом ассортиментном перечне более 1400 вариаций. Единичные используются в почтовом обиходе, а тематические коллекции нередко становятся знаковым подарком, в том числе и для гостей из-за рубежа. За прошедшие 30 лет в обращение вышло 1452 почтовые марки. На них изображены исторические деятели Беларуси, выдающиеся личности, писатели, поэты, художники, спортсмены, а также белорусская флора, фауна, национальная культура наша, а также блюда. Сегодня белорусская марка не просто символичная картинка. Благодаря специальному приложению AR марка «Беларусь», которое бесплатно можно скачать, например, в Play Market, отдельные коллекции изображений оживают буквально на глазах. На марках, по сути, история страны в лицах, образах, символах. Разлетаясь по миру вместе с почтовыми отправлениями, они рассказывают о Беларуси жителям других государств. Но даже если вам некому отправить письмо за рубеж, можно это сделать и внутри страны. Эта романтика не потеряет шарма. А приятный сюрприз, найденный на дне почтового ящика, бесспорно подарит приятные эмоции близким и друзьям.